Доброго времени суток, община Хафец Хаим, у нас проект «Дороги Аллахи». И сегодня мы рассматриваем законы поведения в синагоге, посещение синагоги и первая Аллаха на сегодня. Когда организовывают бар-мицвы или брит-милу, или другие события внутри синагоги, на которые обычно приглашают фотографов, то нужно стараться, чтобы фотографы не мешали в течение молитвы молящимся. Да, бывает, приглашают на послеобеденное время, на утреннюю молитву. То есть так или иначе это все происходит в течение, если это не в шаббат, то происходит это в течение дня, когда люди молятся в синагоге. И нужно стараться сделать, договориться с фотографами, чтобы они не мешали. А есть такие, есть такие общины, в которых вообще запрещают заходить фотографом, в принципе. При всем при этом принято, да, в этом облегчать. То есть это зависит опять-таки от общины, в основном принято облегчать, не устражать сильно, не ругаться из-за этого. В любом случае нужно объяснить четко и понятно фотографам, чтобы они не мешали в течение молитвы, имеется в виду молитва Шмонайсре или другие отрывки молитвы, в которых не нужно мешать молящимся, когда нужно сосредоточиться. Это первая лоха. Вторая лоха. Можно устраивать третью трапезу в шаббат в синагоге. Особенно, когда раввин этой общины или другой раввин, неважно, организовывает урок или дает урок, в котором рассказывается, допустим, вещи из мусара, то есть вещи получающие, вещи, которые общину как бы укрепляют, людей укрепляют в соблюдении. И особенно, когда много людей. То есть можно организовать внутри синагоги трапезу. Так делают, чаще всего делают так и за границей. В Израиле тоже так принято, но не во всех общинах. Или в случаях, если, допустим, раввин общины или просто дают уроки Аллахи, можно это совместить, и желательно это совмещать, третью трапезу с уроками Торы, чтобы сама трапеза внутри синагоги не превратилась просто в какое-то общение между людьми. Очень важно именно совмещать, если что-то происходит с едой в синагоге, желательно, чтобы были слова Торы, и песни обычно бывают. На этом хотелось бы остановиться. Пожелать всем нам хорошего настроения, хорошей недели.